Привет, меня зовут Юлия Яковлева. Я амбассадорская teach и преподавательница премиум английского в Skyeng. Я сотрудничаю со Skyeng уже 2 года и искренне могу рекомендовать эту школу вам. Skyeng — это про стабильность, надежность и качество. Вот уже 10 лет школа обучает студентов самых разных возрастов и ежедневно растет. А это значит, что нам всегда нужны самые классные и опытные преподаватели. Сейчас я расскажу вам, как просто начать сотрудничать со Skyeng. Шаг первый. Подать заявку на сайте. Все, что нужно, это ввести свое имя, фамилию, электронную почту и телефон. Обратите внимание, чтобы не было никаких лишних символов или пробелов, особенно в почте. А если появятся вопросы, их можно задать в удобном вам мессенджере по ссылке в правом нижнем углу. Также вопросы можно задать на почту или по телефону. Эти контакты вы найдете внизу страницы. Заявка готова. Нажимаем «Начать преподавать» и переходим ко второму шагу – отбору. Голосовые ответы на 4 вопроса о вашем опыте преподавания, знакомство с платформой, тренировочный урок и заполнение профиля преподавателя в личном кабинете. Очень подробно про каждый этап мы рассказали в статье в нашем блоге SkyTeach. Ссылку на эту статью вы найдете в описании к данному видео. Часто задаваемые вопросы собраны вот здесь, и в любой момент вы можете получить поддержку в мессенджере. Наши методисты всегда на связи. Даже если вы не можете заполнить заявку полностью здесь и сейчас, это не беда, ваш прогресс сохранится, а вы сможете продолжить заполнение в удобное время. Доступ к вашим ответам будет только у методистов, все конфиденциально. Пожалуйста, проверяйте почту, которую указали при регистрации. Туда мы отправляем важную информацию о прохождении этапов отбора. Начинаем заполнять. Вам надо будет ответить на базовые вопросы о себе и своем опыте. Когда закончите, нажмите «Отправить» и переходите к аудиоинтервью. Сначала вам надо будет разрешить браузеру доступ к микрофону и сделать пробную запись. Но не волнуйтесь, она нигде не хранится и посторонний ее не услышит. Кстати, платформа работает круглосуточно, поэтому вы можете записать ответы в любое удобное для вас время. Видите часы сверху страницы? Это таймер. Он показывает, сколько в среднем требуется времени нашим кандидатам для прохождения этого этапа. Поэтому можете бросить себе вызов и проверить свою скорость. И не волнуйтесь, когда пройдет 20 минут, вас не выкинет с сайта и ничего не удалится. Как закончите, нажмите кнопку «Далее». Примеры ответов на вопросы в аудиоинтервью и четкие инструкции есть в статье в нашем блоге SkyTeach. Вам не придется отвечать на вопросы методисту лично, и у вас будет время подумать над ответами. Подготовиться получится лучше, чем при очном интервью. И не так волнительно. Если вам не понравился ваш ответ, у вас есть возможность подумать и перезаписать его, если что-то пошло не так. Но затягивать с этим не стоит, ведь мы очень ждем ваше интервью. Ответ готов? Нажимайте «Отправить». Когда вы запишете ответы на все вопросы, они сохранятся, и вам останется только ждать, когда методисты их проверят. Обычно этот процесс занимает от 10 минут до 6 часов. Все зависит от загрузки наших методистов. А результат придет на почту, которую вы указали при регистрации.